В рамках профилактического мероприятия «Внимание, каникулы» ЮИДовцы лицея номер 21 под руководством Марины Ботвинской совместно с сотрудниками ОГИБДД провели акцию «Будь заметным на дороге». Участниками акции стали дошкольники и их родители из детских садов, расположенных в микрорайоне вблизи лицея. В рамках мероприятия организаторы акции интересовались наличием световозвращателей у участников, а также увлекательной беседой и подготовленными слоганами. Призывали всех засветиться в темноте на дороге для сохранения собственной жизни и здоровья. Со своей стороны инспектор по пропаганде ОГИБДД Светлана Шарапова поинтересовалась у родителей и детей о знании ими статистики ДТП на дорогах Артемовского городского округа и их причинах. Вообще, ну кто знает, сколько было аварий? 10, 15, 20, не знаю, сколько. Статистику не знаете. То, что вот какие травмы получали пешеходы. У нас в темное время суток два пешехода погибло, два мужчины. Они были без световозвращателей. И в этом году у нас впервые два дорожно-транспортных происшествия именно с детьми-пешеходами. Последнее, второе, которое было в сентябре, оно тоже было в темное время суток. Мама с ребенком проходила через пешеходный переход 29 сентября. Представляете, месяц назад, да, было темно, и водитель заметил в последний момент переходящих, хотя фонарь освещал пешеходный переход. И допустил наезд на маму и на ребенка. Впоследствии оказалось, что у ребенка перелом ключицы со смещением даже. Инспектор ОГИБДД напомнила взрослым и детям, что с начала 2017 года в темное время суток произошло 4 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых 2 пешехода погибли и 2 получили травмы различной степени тяжести, в том числе ребенок. На пешеходах не было световозвращателей. Светлана Шарапова призвала участников акции всегда обозначать себя при помощи световозвращателей или фонарика, быть заметными на дороге. В свою очередь, ЮИДовцы лицея номер 21 также заострили внимание родителей и детей на соблюдение правил дорожного движения и обозначение себя и своих детей на дороге с помощью световозвращателей. Мы юные инспекторы дорожного движения лицея номер 21. Мы пришли, чтобы рассказать вам о световозвращателях. Вот мы сегодня вам их выдали уже. Чтобы в темноте вас увидел водитель, клич «Осветись нам бросает учитель». Световозвращающий знак «Прикрепи жизнь и здоровье свое сбереги». Родители. Ежегодно на российских дорогах погибает около 1500 детей. Чтобы спасти жизнь своего ребенка, вам нужно приобрести светоотражатель. Этот светлячок делает вас и вашего ребенка заметнее на дорогах. Прикрепить его к одежде быстро каждый сможет. Ты его не забывай, он в пути поможет. В рамках акции инспектор по пропаганде ОГИБДД Светлана Шарапова сообщила о том, что с 13 по 30 ноября 2017 года на территории Артемовского городского округа в каждой образовательной организации в утреннее время будет проводиться широкомасштабная акция «Родительский патруль». Активисты-родители вместе с педагогами будут проверять наличие у несовершеннолетних световозвращателей, а также соблюдение детьми безопасных маршрутов «Дом, школа, детский сад, дом». Родительский патруль начнется у нас с понедельника. Может быть, кто-то из вас и участвует в нем, а он у нас будет в разных направлениях идти. В первую очередь, первый патруль, он у нас будет именно тоже по световозвращателям. Смотрим сейчас на ваших деток, а детки сами должны увидеть, есть ли у них световозвращатели на одежде. Посмотрите, пожалуйста, на свою одежду, ребятки. Есть ли у вас световозвращатели? Чувствуем, да, что нет ее. Что ее очень мало, практически нет, не говоря уже про взрослых, у которых вообще нет. Вот, допустим, форма, да, у меня обязывает. Или, например, у меня вот с собой фонарик всегда. Светлана Шарапова призывала родителей проявлять заботу и внимание к безопасности своих детей на дороге, обозначать себя и ребенка с помощью световозвращателей. В рамках проводимой акции инспектором по пропаганде было отмечено, что не у всех участников имелись светлячки. Поэтому ЮИДовцами в подарок каждому ребенку был вручен световозвращатель.